Сегодня в Вене дипломаты и эксперты шестерки международных посредников и Иран обсудят технические вопросы реализации соглашения по ядерному досье этой страны. В преддверии нынешней встречи Евросоюз принял нормативную базу для снятия с Тегерана экономических санкций. Аналогичный шаг сделали США. Барак Обама поручил главам Госдепа, Минфина, а также Министерству торговли и энергетики начать подготовку к процессу отмены ограничительных мер. Иран, в свою очередь, уведомил МАГАТЭ, что готов предоставить международным инспекторам расширенный доступ к своим объектам. Напомню, в июле после 10 лет приговора было подписано всеобъемлющее соглашение, согласно которому Тегеран в обмен на снятие санкций дал обязательство предоставить гарантии мирного характера ядерной программы.